Сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям города Петропавловска организовали акцию «Безопасное детство». В магазинах игрушек они расклеивают такие вот памятки по предупреждению пожаров о детской шалости с огнем и о правилах поведения на воде. Профилактическую работу спасатели намерены вести до конца летних каникул на ежедневной основе. Акция направлена на снижение уровня травматизма и гибели детей и формирование в подростковой среде культуры безопасного поведения. Источники огня в руках у ребенка представляют большую опасность. Обязанность каждого пресекать игры детей с огнем, особенно в местах пожарной опасности.